Вот зачем мы сюда приехали, я не понимаю. Не хочу я в этот сад. Давай сначала посмотрим. Близко к дому, все условия. У них даже охраны нет, посмотри. У них все есть. Ты откуда ты знаешь? Просто посмотри. Откуда ты знаешь? Я здесь был и все проверил. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот куда ты меня привел? Обещал, сам сказал, в садик самый классный, где есть бассейн, где есть инструктор. И что? Да есть здесь все. Пойдем покажу. Пойдем. Вот твой бассейн. Смотри. Ну и что у них здесь есть за 15 тысяч? Здесь есть все. Красивые такие классные игрушки. Здесь можно даже порисовать с детьми. Самые маленькие, кстати. Что рисуем? Классно так, даже. Смотри, какой интересный попугайчик. А здесь, а смотри, как классно. И ты рисуй, и я рисую. Здесь классно. Я не знаю, но мне нравится. Детям нужно развиваться. Так пусть развиваются, здесь и гимнастика есть. Мне надо, чтобы дети английский учили. Да здесь изучают английский. Ты понимаешь? Конечно, понимаю. Здесь изучают английский. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Hello, children. Hello. 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 What is your name? My name is Ruslan. Nice to meet you, Ruslan. Hello. What is your name? Hello. My name is Tahmina. Nice to meet you. Очень приятно. Тастиш, фантастиш. Это по-немецки, Руси. А как тут интересно кормят? Ведь питание очень важно для ребенка. Вот твоя ложка, думаю. Надо посмотреть. Русик. Здесь очень вкусно кормят. Вставай. А знаешь, Русик, кажется, мне начинает нравиться этот садик. А я тебе что говорю? Ну все-таки. А чем отличается этот Little Star от всех остальных? Есть какая-то особенность? Конечно. У них есть свой детский городок. Покажи. Классно. Классно, Русик. Как тут классно. Неужели я убедил, а? Я же говорил, Little Star. Я согласна, Руси.